Всем привет и хорошего настроения, с вами Рэй, и сегодня, ребята, продолжаем проходить с вами Hustle Castle. Ну что ж, давайте глянем, на чем мы остановились. Ага, у меня воины получили по 41 уровень и 43. И это очень хорошо, давайте соберем здесь. Так, казначей 9 получает у меня, деревяшки. Так, деньжата, естественно, как же без них-то. Так, подожди, это нечаянно нажал я. Так, повар 7-го, ну это не актуально, в принципе, вот еда мне нужна позарез, ребята. Так, ну что, они у меня готовы, и давайте, ребята, ага, орков нет, придется нам нападать на игроков. Будем с вами, ребята, копить деньги на апгрейд какого-нибудь здания. Давайте посмотрим этого человечка. Ах ты, черт тебя подери, он у нас в игре. Ну ладно, давайте кого-нибудь другого тогда поищем. Ну что, эмулятор со звуком-то, елки-палки. Вот все хорошо, а звук у него почему-то лагает. Так, ну-ка Боба глянем. Нет, Боб слабенький. А вот это вот самое то. Так, добавляем магию. Естественно, сейчас поставим взамен что-нибудь, да что такое-то. Так, и, наверное, давайте дух льва, броньку и фаербол. Это будет самое оптимальное у нас. А теперь разведочку. Ну, я чувствую там... Ух ты! Наш клиент, ребята, мягкотелый и прибабле. То, что надо, как говорится. Так, ну что, здесь, я думаю, ребята, абсолютно никаких проблем не будет. Смотрите, они ватненькие. Ну, естественно, мощей у них мало, поэтому это, как говорится, и суждено ему было погибнуть. Пускай не от чьей-то руки, но от моей уж точно. Так, и 45 тысяч дерева и 100 тысяч золота, это очень хорошо. Как раз сколько у меня? 828 тысяч, да, ребята? Ага. Так, что у нас тут? Подарочки, спасибо, ребята. Отправлю вам чуть-чуть попозже. Так, давайте вскроем, посмотрим, что у нас здесь выпадет. Ресурсики. Ну, тоже неплохо, ресурсы нам всегда нужны. Так, на что, ребята, нам здесь хватает? Точнее, на что нам копить? Пока вопрос очень интересный. Давайте до миллиона дойдем, а там уже посмотрим. Дерево нам нужно однозначно. Но яблок очень мало, поэтому слишком много я здесь не погуляю. Так. Это мое новое оружие, ребята. Колечко, как вы видите. Так, ну это все у нас было. Это тоже было. Вот только единственное, что у меня. Хотя я не помню, показывал ли я вам вот этот топорик или нет. Кольцо. Здоровится это я поставил, потому что уже, ребята, у меня 42 уровень, поэтому они могут все это носить. Так, давайте кого-нибудь еще выберем. Боба мы смотрели, давайте сюда глянем. Димон, Бен, это все не то. Так, все, они вернулись. Они вернулись, ребятушки, у меня. Хотелось бы посмотреть, но здесь нельзя, ребята, улучшить. Я думал графику, но нет такого пункта здесь. Эрик. Так, Эрик, фигня. И тут тоже ерунда. Блин, где же нормальные ребята с... Так, ну вот этого можно еще глянуть. Так, 67 тысяч мощей. Думаю, сейчас разберем без проблем. Нам срочно нужно накопить денег 200 тысяч и дерево. Так, давайте-ка глянем. Под ускорением должны завалить их, в принципе, очень быстро. Ах ты, черт. Реслищик у него, значит, есть, да? Ну ладно, сейчас его не будет. Его уже, наверное, нету. И он проигрывает. Замечательно. Да, одно плохо, что, опять же, PvP очки копятся. Они мне не нужны. Так, итого у меня уже, наверное, приличная сумма, да, накопилась. Миллиона нету, еще нет. Но 313 тысяч дерева. Это уже замечательно, потому что приближаемся все ближе к нашим, как говорится, ресурсам накопленным, которые нам нужны будут. Но миллион, это точно надо будет золото, это однозначно. И где-то, ага, 425 тысяч. И будем мы, наверное, с вами делать, ребята, ремесленный цех, скорее всего, потому что дерево нужно будет. И нам надо будет проапывать ремесленный цех, чтобы ребята прокачивали себе опыт по выработке дерева. Так, давайте-ка еще по-быренькому прогуляемся. Ой, вообще мало. Так, вот этого может быть, давайте, наверное, или... Давайте-ка, я не знаю даже кого, убийца, ну-ка.
Вот убийцу можно посмотреть. Так, добавляем ускорение. И ставим... Ну, кто там опять пришел, а? Опять крыса, наверное. Ну, что же со звуком-то такое? Так, ну что ж, давайте тут без проблем 76 тысяч мощей разбираем, как обычно. Хотя, ребят, что-то я погорячился. Ёлки-палки. У него же 5 персонажей. Ай-яй-яй-яй-яй, как же это я так, ребята, не досмотрел. Да, тут, скорее всего, мы проиграем. Хотя не факт. Ух, ребят, я даже этого не ожидал, такого поворота, что мы разберем его. Что ж, чудесно, просто великолепно. Так, 40 тысяч и 20 тысяч дерева. Угу. Все у нас получилось замечательно. Ну где? Ага, крыса, так и есть. Ладно, сейчас они быстренько замочат. Так, да что такое-то? Давай, камеру. Вот, отдалили. Идите лечитесь у меня, ребятушки. Благодаря нашей прапанной медичке они сейчас хилятся довольно-таки быстро. Не так, как раньше по 15-20 минут приходилось ждать. Ну, это образно говоря. Сейчас подождем, пока пособираем здесь все, что у нас подкопилось. Так, ага, смотрю, девицы уже отличились. Давайте их обратно. Так, иди сюда. Толстячок сейчас тоже череп протрет и пойдет в отряд. Ну и самый пухлый у нас, как всегда, мечтает о чем-то, смотрит там на книжную полку или на медицинскую полку. В общем, наверное, хочет валерьяночки стырить и думает, как бы ему это дело провернуть. Но не тут-то было. Я его возвращаю, а сами мы идем обратно, ребята, на карту с вами. Так, врагов у меня все меньше и меньше, поэтому надо как-то по максималочке все это дело сделать. Так, выбер... Вот, вот это вот неплохой. Тут слабенько. Угу, давайте посмотрим Китса. У него самый оптимальный вариант для ресурсов, ребята. Так, и магия. Магия у меня тоже подходит к концу. Как ни крути. Надо быстренько все это, ребята, делать. С максимальным для нас выгодой. И что нам здесь покажут? 237 тысяч. И плюс 5 этих воинов у него. А ну-ка вот так если сделаем. Кого нам подменят? Ага, ребята, вот это уже вариантик получше. Давайте-ка его разбомбим. Если у нас, конечно, получится. Ну, я думаю, должно получиться. Так. Ну, смотрите, вроде бы как нормально, да? Должно все выйти. У него, смотрю, ресальщиков нет, одни маги. Ясно. А, нет, ресальщик есть. Но зато нету хила. Тогда все, тогда победа, ребята, за нами. И еще пару хороших боев. Пару хороших выстрелов, точнее. Все, этот упал. И... Ну и победа за нами, естественно. Так, мы получаем ресурсы. И, по-моему, ребята, если не все, то надо еще один или два боя сделать. Сколько у нас получается? Нет, не хватает маленько. Ну, сейчас мы это дело исправим, естественно. Да, тут еще у меня проблема, ребята, с яблоками. Поэтому надо пошевеливаться. Так, пухлый, иди-ка у меня лечись. Дерево, елки-палки. Нужно еще 40 дерева, даже 50. Нет, 40 все-таки, 40 тысяч дерева. Это два боя по 20 тысяч. Надо высматривать такого врага. Этот слабенький, елки-палки. Ну, куда ни шло, 15 тысяч все-таки. Ё-моё, давайте добавим магию. Ой, у меня две последние магии. Да, крепко меня здесь прижало. И с яблоками, и с магией. Ну, должен успеть, по идее. На худой конец можно будет поменять слабых, если что. А, нет, это мне невыгодно будет. Если я потрачу яблоки, я боюсь, что мне вообще не хватит ни на что. Черт, подери, а. Давай, давай, толстый, лечись быстрее уже. Пора в бой, пора нам апать. Так, готов. Ну что ж, давайте посмотрим. Так, Эрик Райн. Угу. Давайте, наверное, я не знаю, Эрика. У него 14 тысяч все-таки этих деревяшек. Я что-то не помню, у него там никого нету, что ли? Да, ребята, это была самая легкая победа. Ну, зато получили на халяву 14 тысяч дерева. Итого у нас 392 тысячи деревьев.
Так, Джон, слабый. 18 тысяч. Вот ему можно, в принципе. Давайте посмотрим. По Шурику. Так, 85 тысяч вполне годится. Давайте его разметелим. Хотя, ребята, мощи, как я вам говорил, не самый главный показатель. Я проигрывал и 50 тысячами мощами. Просто очень грамотно расстроенная, как сказать, партия может тебя в хлам разнести. Так, ладно. Ну, здесь, конечно, все элементарно и просто. Забомбили. И, ну, миллион-то у нас уже накоплен, однозначно. Деньги нам сейчас не важны. Да, денег нам не надо. А вот деревья. У, ребята, практически все. Там 42 500. Нам еще один бой. Минимальный какой-нибудь. И, в принципе, все. Мы с вами накопим нужную нам сумму. Так, ребята, пускай лечится у меня. Ну, здесь и хорошо, конечно, покромсали. Так что придется немножечко, ребят, подождать. Яблочки, блин, яблок 36 тысяч. Это два захода, ребята. Причем два выигрышных захода, если я проиграю. Так, 40... А, 425 тысяч надо. 425 тысяч, угу. Да, все упирается в яблочки. Черт тебя подери. Ну, ладно, я думаю, сейчас мы накопим. Ремесленный цех. Это он нам дает прокачиваться, по-моему, я не помню. Хотелось бы, конечно, тронный зал, но очень много, 1 600 000 я не накоплю. Деньги такие оставлять тоже как бы не особо охота. Мастерская магическая тоже неплохо, но это, ребята, наверное, будем все-таки делать в других сериях. Сейчас нам нужно как бы весь наш потенциал и акцент кидать на дерево. Монетный двор тоже обучает казначеев, но пока тоже не актуально это все нам. Так что с этим мы можем пока потерпеть. А вот с деревом почему я еще, ребята, хочу? У меня лежат там топоры, которые не могут носить 8-уровневые прокачанные эти, как сказать, ремесленники. А когда мы апнем, до какого будет у нас значение? По-моему, до 10. А после 10, да, уже вполне-вполне можно надевать им топоры, и будет прибавка в дереве уже ощутимая. Сейчас они практически ничего не добывают толком. Ну что ж, давайте, ребята, сделаем еще один заходик. Возьмем какого-нибудь самого такого оптимального. Ну, давайте, наверное, вот Аббатч. У него 18 тысяч дерева, как раз нам должно хватить. Так, что у него? Два танка и два мага. Ну, это, конечно, и зря. Зря парнишка так сделал. Аббатч. Ребята, еще раз говорю, если кого-то из своих друзей или подписчиков я нечаянно напал и обидел, вы уж не бессудьте, ребятушки. Все это только лишь в игре. Ничего личного, никакой там как ненависти или еще чего-нибудь. Просто ради фарма это все идет дело. Так что не надо злиться и так далее и тому подобное, ребятушки. Все это делается не специально. И, ух ты, я еще получил новое достижение. Что там такое у нас? Со всей дури 2500 критических ударов нанести за всю игру. Неплохо. Так, ну что, ребята, у нас все хватает. И давайте мы с вами делать ремесленный цех, наверное, все-таки, да? Хотя, можно и кухню было бы бомбануть. Будут яблоки у нас. Но все-таки нужно дерево. Как ни крути. Будем развиваться. Так что, ребята, давайте улучшаем. Два дня, к тому же, будет идти улучшение. Да... Немало, конечно, немало. Ну, а куда деваться-то? Так, пухленький, ты у меня сейчас иди сюда. Ну что же, ребята, у меня всего 21 тысяча яблок. Это буквально на один поход. Но он мне, естественно, не нужен. Потому что для чего? Для того, чтобы кому-то халявные деньги и ресурсы оставлять? Нет. Так, алхимик 13 уровень получил. Это замечательно. Дерево последнее. Так, один день, 19 часов. Там у меня их двое, поэтому все у нас шикарно. Иди ты сюда, поместишься, нет? Нет, не помещается, ну и ладно. Ну а на этом, ребята, я буду завершать этот выпуск. Всем спасибо за просмотр, мы обязательно увидимся в следующей серии. Там уже у нас, наверное, будет все готово. Так что ждем, ребята, ждем. А на этом все, всем пока, до скорого и удачи вам, ребята. Nigga, you can't stop bounce.